Играть в КВН военные специалисты начали давно, однако эта битва веселых и находчивых в форме случилась в гарнизонном доме офицеров на ферме впервые. Повод самый, что ни на есть весомый. 70-летие 12-го главного управления Министерства обороны Российской Федерации. Я хочу вас всех поздравить с тем, что КВН 12-го главного управления сегодня состоится. Финал 12-го главного управления КВН клуба веселых и находчивых среди соединения воинских частей 12-го главного управления. Поэтому всех поздравляю. Накануне 18 и 19 мая в ГДО прошли отборочные игры. В них приняли участие 17 команд. От Дальнего Востока до Калининграда всего почти 500 участников. До финала, который состоялся 20 мая, дошли 6 команд. Определить победителя среди них было предложено высокому жюри. В его составе актер театра и кино Алексей Огурцов, заслуженные артисты Российской Федерации Александр Левшин и Марина Хлебникова и другие. А где Масляков? Дружище, куда я попал, ребята? Это военный КВН. Военный КВН. То есть вы будете стрелять шутками? То есть вы взорвете этот... Да умолись уже. Среди 6 команд счастливчиков в первом финале КВН 12-го главного управления Министерства обороны была и команда войсковой части из Шарапова. Переподготовленные кадры. Слово сказать, участники соревновались в юморе не только на сцене. Названия команд тоже отличались оригинальностью. Ядрен Батон из Энгельса, 12 гуманоидов из Мурманской области из Гаджиева и даже агент 00 Снег с архипелага Новая Земля. 10-10 из Южно-Сахалинска и Вологодская клюква. А теперь представьте, в нейтральных водах встретился американский корабль и российский крейсер. По синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле. По синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле. В течение нескольких часов, что продолжался финал, его участники успели провести встречу Трампа и бабушки Сирануш, отчитаться министру обороны о проделанной работе и даже создать собственную социальную сеть. На стене, на установленных расстояниях, согласно 94-му приказу, размещены портрет президента и министра обороны Российской Федерации. Чуть ниже идет бурное обсуждение репоста нового приказа. Так что это? Опять спам прислали. Добрый день, дети. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Присаживайтесь. А ты, Улюкаев, садись. Познакомьтесь, дети, это наш новенький Володя Пучков. Иди, Володенька, поиграй с ребятами. Толик Сердюков, а ты чего плачешь? Да чего ж мне не плакать, Владимир Владимирович? Женька Васильева завязала у всех ребят конфеты и обещала поделиться. И не поделилась? Ну не переживай, Толик. Мы отберем у нее все конфеты и посадим к Улюкаеву. Я всех наказываю, кто меня не слушает. Сережа Шойгу, а ты что такой грустный? Владимир Владимирович, а я уже закончил с пожарной машинкой. Она мне больше не интересна. Ну тогда отдай ее Пучкову, а сам забери у Сердюкова танк и солдатиков. Они ему все равно больше не понадобятся. В упорной интересной борьбе первыми в истории победителем игры КВН среди команд соединений воинских частей 12-го главного управления Министерства обороны стала команда из Южно-Сахалинска 10-10. Вторые – КВНщики из Гаджиева 12 гуманоидов. И замкнула тройку сильнейших команд команда из города Энгельс и Ядрен Батон. Татьяна Трушкина, Сергей Власов. День города.